Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала «Союз». В эфире программа «Беседы с батюшкой». С вами сегодня ведущий Сергей Новиков. А в гостях у нас клирик Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга, священник Вадим Смоляков. Отец Вадим, здравствуйте, благословите наших телезрителей. Здравствуйте, дорогой Сергей Владимирович. Благословение Божие да пребывает с вами, дорогие слушатели, предпраздничного телеканала «Союз». Батюшка, мы уже с вами традиционно ведем наши разговоры о церковном учении, связанном с православной антропологией. Поэтому предлагаю продолжить этот наш интересный разговор. Батюшка, давайте немного поговорим о личности человека. И если совсем кратко, расскажите, пожалуйста, о том, чем личность отличается от человеческой души. Вот когда мы с вами читаем какой бы то ни было канон, покаянный или особенно великий покаянный, мы обращаемся к душе своей, душе моя. Душа отвечает на вопрос «что?», тело отвечает на вопрос «что?», и только личность, то, чем нас наделил Господь, отвечает на вопрос «кто?». Вот когда я говорю про себя «это я», вот это я имею в виду собственную личность. Но когда я говорю о том, что есть что-то мое, я имею в виду свою душу, свое тело, свое сердце, например, своего внутреннего человека, то, о чем мы уже говорили. Оно все отвечает на вопрос «что?». Господь, когда создает нас, Он создает нас по своему образу и подобию, поскольку мы знаем, что в Пресвятой Троице три лица, три личности, но они есть личности и ипостаси Божии, не тварные, наши же личности тварные. И вот личность — это вот то совершеннейшее, всеобъемлющее в человеке. Вот так же, чтобы нам здесь разобраться. Каждый из нас от Бога наименован. В святом крещении, через родителей и так далее, и так далее, и так далее. Имя — это атрибут личности. У нашей души имени нет, у нашего тела имени нет, мы так к ним и обращаемся. Душа, душе моя, восстань, что спиши, лютое телесе моего озлобления, без какой бы то ни было конкретики. А Господь в Священном Писании, например, обращается к будущему пророку Самуилу и говорит: «Самуил по имени, Адам, где ты?» И вот это характеризует нас именно как существ по образу Божию созданных, к подобию Божию призванных. Весь остальной мир, который есть вот материальный, но неразумный, животные, растения, другие материальные предметы, они безличностны. Вот у животных есть душа, но нет личности. А у нас есть и личность, и душа, и тело. Отец Вадим, в церкви мы знаем каждый день праздник. Есть даже такое понятие, как праздничные христиане. Но ведь если праздник каждый день, то теряется его праздничность, получается какая-то привычка к этому. Так или это? На самом деле, изначально человек по своему, может быть, такому раннему этапу воцерковления может столкнуться с этой непонятностью. Почему священник каждый день говорит с праздником», другие люди поздравляют друг друга, тоже произнося эту формулу, даже, возможно, вместо приветствия. Мы очень часто, когда в храм заходим, с праздником мы слышим, а «здравствуйте», «добрый день», «всего доброго» мы чаще всего не слышим. Прощаемся так, приветствуем друг друга тоже так. Дело здесь в том, что праздник для человечества начался с момента, наверное, воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Мы живем в Новом Завете, и, соответственно, каждый день в Новом Завете, который мы проживаем, мы его проживаем именно праздничным. С точки зрения христианства и вообще с точки зрения, наверное, любого такого разумного рассуждения. Вот скажи, с чем связан твой главный праздник, я скажу, кто ты. Скажи, с кем ты дружишь, я скажу, кто ты. И вот наш главный праздник — это Пасха Христова. Это день Светлого Христова Воскресения. Скоро мы будем праздновать, даст Бог, Рождество Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Его воплощение. Но потом мы будем самый главный праздник совершать — Пасху Христову. И об этом событии мы ни на один день не забываем. Мы каждый день торжествуем Христа воскресшего. Поэтому действительно, строго говоря, в церковной действительности каждый день
праздник. Еще во многих храмах, за исключением Великого Поста и других, быть может, особо постных дней года, литургия божественная совершается каждый день, где мы воспоминаем все этапы жизни Господа нашего Иисуса Христа, снова входим и в жизнь скорбную, связанную с крестом Христовым, и снова проживаем радость Его воскресения. Действительно, для верующего человека каждый день праздник, но понять это нужно правильно. Батюшка, ну правильно понимаешь, что подлинное празднование христианина не может быть связано только с чем-то безличным? Безусловно, мы никогда не торжествуем что-то, мы торжествуем кого-то. И в этом, опять же, совершеннейшее отличие христианства от каких бы то ни было других мировоззрений. Мы всегда торжествуем Бога. Наш праздник, каким бы он ни был, Пасха — это Христово, или именины человека, или день его рождения, или что бы то ни было, мы всегда в этот момент торжествуем Христа, Бога, во-первых. И тогда, когда мы торжествуем человека, вот в день, например, его именин, или в день, например, представления мы торжествуем многих святых, мы, соответственно, празднуем и благодарим Бога за то, что Он дал нам такого замечательного человека. Так или иначе, любой праздник в сердце и в душе христианина, он связан со Христом, поскольку праздник — это момент такой в жизни нашей, такой день, в который мы, освободившись от каких-то земных, обыденных, будничных дней, можем посвятить этот жизнь, этот день Богу. И мы благодарим в первую очередь Бога. И вот тогда действительно мы торжествуем не что-то, а кого-то. Мы торжествуем Христа, которым действительно живем и движемся, и существуем. Любое языческое мировоззрение, любое, наверное, даже еще шире скажу, нехристианское мировоззрение, рано или поздно приходит к тому, чтобы начать торжествовать что-то. Какой-то предмет, тот же идол, какого-то человека не в контексте личности, поскольку только христианство открыло миру, что же такое личность? Господь открыл нам, мы передаем мир. Но не именно личность человека начинает торжествовать, а его жизнь, что-то. У нас слово «жизнь» в русском языке тоже ведь отвечает на вопрос «что?». Но живет кто? Человек. Человек по образу Божию созданный и к подобию Божию призванный. И вот тогда, когда человек начинает торжествовать что-то вместо Бога или вместо человека, он вот с этим чрезвычайнейшим противоречием сталкивается. А что, собственно, торжествовать что-то? Любой материальный предмет со временем истлевает, изничтожается, а Господь вечен. И торжествуя Его, мы как раз-таки освобождаемся от торжеств вот таких вот сугубо земных, сугубо плотских. У нас есть много-много праздников, которые, казалось бы, с церковью совершенно никак не связаны. Вот сейчас, я более чем уверен, у наших телезрителей такой самый главный вопрос возникает. Как же христианину Новый год-то праздновать? Как же его торжествовать? А что плохого в том, чтобы в этот день поблагодарить Господа Бога за все то, что произошло с 1 или 2 января 2023 года по 1 января 2024 года. Что плохо в том, чтобы поблагодарить Бога, поблагодарить близких за тот этап, который мы с ними, слава Богу, прошли. Ведь мы благодарим Бога в конце каждого дня. Мы благодарим Бога в конце каждой недели. В день субботний, наша неделя ведь с воскресенья начинается. И мы благодарим Бога также вот в конце года. И ничего в этом не будет страшного, если мы совершим это празднование именно всегда, во-первых, помня о Боге, во-вторых, о тех людях, которых Он нам дал, и только потом уже в-третьих и в каких-то последних о тех мирских заботах, суетных попечениях и прочем, что, к сожалению, для многих людей выходит на первый план в эти дни. Ну и, наверное, благословиться на будущий год тоже. Безусловно, поскольку поразительнейшее Господь нам дает через святых отцов, через церковных гимнотворцев, через церковных поэтов и писателей. Он дает нам последование молебна на Новый год, которое, по сути, делится ровно пополам на две части. Мы сначала благодарим, а потом просим.
мы благодарим за прошлый год и просим благословения и помощи Божией как на начало всякого благого дела, соответственно, на год следующий. Отец Вадим, ну мы с вами поговорили о том, как лучше праздновать, правильно праздновать, но, к сожалению, всегда есть соблазн не соответствовать этому идеалу. И, наверное, первое отклонение можно назвать празднованием телесным. Безусловно. Для большинства людей, к сожалению, любой праздник, особенно светский, а нередко и церковный тоже для человека еще не до конца, скажем так, воцерковленного, многие праздник переходит только в телесную составляющую, то, что Господь выражает, когда обращается к Марфе: «Марфа, Марфа, печешися и молвиши о мнозем, едина же суть на потребу». И действительно, человек может даже без какого-то злого умысла, не осознавая, что он делает, вот этот акцент с кого-то перенести на что-то. Когда мы говорим «я забочусь о другом человеке», слово «забота» тоже отвечает на вопрос «что?». Это тоже может, к сожалению, стать в жизни человека тем, что подменит на первом месте Бога. Ведь действительно мы можем многое творить для своего тела. Вот. Или как Марфа, например. Мы можем готовить огромнейший ужин для многих других людей. Они будут вкушать его телесно. Мы их тело будем подпитывать, вот готовить все эти бесконечные яства. Но в этот ведь момент мы можем забыть о самом главном, что мы, когда совершаем благодарение, апостол Павел нам говорит, мы благодарение совершаем во славу Божию. Не во славу себя, своего тела. Вот я такой сильный и способный, вот посмотрите, сколько я для вас наготовил. Не во славу тела других людей, но уж если речь завести о теле, то во славу тела церковного. Ведь Господь есть глава церкви, а церковь есть все мы в ней находящиеся, Его тело. Во славу Божию. И тогда, когда в жизни человека вместо славы Божией начинает действовать слава собственная, либо чрезмернейшая такая человекоугодническая забота о других людях, вот этот перекос, эта крайность вытесняет Бога из сознания человека. Господь находится рядом, но даже в тело этого человека, к телу его прикоснуться человек вот не дает ему, не пускает его в свое сердце. И так, пожалуй, во всех аспектах нашей жизни. Не только праздничных, безусловно, но и будничных. Мы, к сожалению, действительно плаваем в море житейских попечений. Плавание это мы совершаем телесно. Именно наше тело начинает уставать от всей этой качки греховных наших страстных или не наших, а мира окружающего нас, всех этих нестроений. Именно наше тело начинает нас подводить, когда мы безмерно от этого устаем и не можем уже горе возыметь сердца. Но Господь нас от этого состояния избавляет. Ведь знаем мы многих святых, которые праздниками общественными нисколько и не гнушались. И на то, что для многих людей было только праздником телесным, приходили туда и возвещали, соответственно, Слово Божие. И, может быть, не все люди, собравшиеся, откликались, но хотя бы 2-3 сердца человеческого могли ведь внимать этой проповеди. Батюшка, ну, в принципе, мы понимаем о том, что такое празднование телесное, а что же такое празднование душевное? Вот тут надо немножечко вернуться к телу. Тело наше требует покоя. В нашей земной жизни нынешней, многотрудной, многопопечительной, нам нужно отдыхать. Но мы покой телесный, вот такое, как говорит один замечательный современный священник, в горизонтальном положении собственных мощей, вот в таком вот покое телесном мы начинаем видеть и покой тоже душевный. То есть для тела отдохнуть – это значит бездействовать. Тело продолжает дышать, тело продолжает жить, но никаким физическим, как мы его называем, трудом, оно вот какой-то период нашей жизни не занят. Но горе нам, если мы точно того же начинаем требовать от собственной души. Есть же вот притча о неразумном богаче. Совсем недавно в один из воскресных дней она читалась. Он ведь обращается к душе своей. «Душа моя, много добра теперь есть у тебя. Ешь, пей, веселись и будь спокойна». То есть как бы вот бездействуй, ленись. И вот тогда, когда человек начинает бездействовать душой, тоже происходит определенный перекос, поскольку
строго говоря, в отдыхе через бездействие наша душа не нуждается. Она нуждается в отдыхе, как многие говорят, как в смене деятельности. Она нуждается в молитвенном отдыхе. Мы, когда молимся сосредоточенно, нас никто не отвлекает. Вот первое время мы душой отдыхаем. Потом, ввиду нашей слабости, мы и душой начинаем уставать, но Господь нам положил молитвенное правило все-таки в определенных хронологических мерках 20 минут утром и вечером, или на службу, когда мы приходим, в большинстве храмов она ведь у нас идет не больше 2 часов. И мы там действительно начинаем отдыхать душой, но не бездействовать. Когда спортсмен пробежал огромнейшую дистанцию, ему нужно отдохнуть телом, и он ни в коем случае не должен перестать глубоко дышать. И для нашей души, дыханием которой является молитва, нужен именно такой отдых. Именно вот так наша душа восполняет свои душевные силы. Или вот, как мы тоже когда-то говорили о душе, тоже помнится не так давно, в нашей душе есть 3 силы. Разумная, раздражительная и желательная. И очень уместно бывает, когда человек дает отдохнуть, как бы вот не бездействовать, но переключиться на что-то другое, более спокойное, одной из этих сил. Когда он, например, отдыхает чувствами, когда он, например, отдыхает желаниями, но, строго говоря, никогда не может отдохнуть разумной силой души, поскольку, как говорит нам апостол Павел, наша вера должна быть разумной. Поэтому разум ни на секундочку у нас отключаться не должен. Вот когда я начинаю в праздном состоянии своего разума что-то делать, я неизбежно ошибусь. Покой моих душевных сил неразумных, раздражительно и желательно прекратиться, я сразу же начну раздражаться, я сразу захочу вот эту свою ошибку как-то исправить. Тело мое из состояния горизонтального покоя мощей будет вынуждено перейти в положение вертикальное, начать что-то с этим делать, и весь мой отдых, весь мой праздник закончится. Поэтому здесь ни в коем случае нельзя путать отдых телесный, совершенно необходимый нам, и отдых разумной силы души, который является первым грехом, избавить от которого нас мы молим Бога, произнося молитву Ефрема Стирина. Дух праздности, избавь нас, Господи, от духа именно праздности, не телесной, не только телесной, а именно душевной. Отец Вадим, ну я вот понимаю, что такое устать телом, скажем, там заболела голова, какие-то симптомы появились, хочется, да, скорее лечь, сонливость какая-то. А вот можете вы сказать, симптомы усталости души, они какие? Симптомы усталости души – это в первую очередь отсутствие в душе мирного устроения. Когда начинает разум метаться, чувства метаться, и воля, желательная сила души, тоже начинает метаться. Вот когда устает маленький ребенок, он начинает перебирать. «Хочу того, хочу другого, хочу третьего, хочу четвертого». Дети его просто отправляют спать, и вроде как все эти хотения, желания, они не нужны сейчас. В первую очередь в этом нашем состоянии надо остановиться, успокоиться, лучше сесть, закрыть глаза, так говорил отец Дмитрий Смирнов, и попросить Бога, чтобы он нас как можно скорее от этого метущегося состояния души избавил. Наша душа, когда перетрудится, когда она долго не дышит молитвой, она входит именно вот в такое состояние беспокойное, напряженное, нервное. Если человек из этого состояния не выходит сам и Бога об этом не просит, рано или поздно, к сожалению, в нем это состояние перейдет в состояние страшнейшего уныния, что его душа никак ни в чем не имеет покоя, чувства как будто вот перегрелись и уже не могут действовать, желания как будто уже все закончились, я уже ничего не хочу, разум как будто совершенно ослеп, я уже не могу ни о чем думать. И вот это состояние самое-самое опасное, поскольку выйти из него человеку своими силами, как говорит нам, например, преподобный Иоанн Лествичник, невозможно. От уныния нас избавляет только Бог. Отец Вадим, наверняка многие верующие захотят торжествовать только духовно, вот так, наивысшим уровнем, скажем так. А можно ли обойтись без душевности и телесности? Как говорит нам апостол Павел, сначала душевное, потом духовное.
как говорит нам тот же первоверховный апостол, буду молиться духом, буду молиться и умом. Человек – существо цельное. Поэтому тогда, когда мы приходим на праздник, например, Рождества Христова, мы приходим на службу телом. Мы свою душу сподвигаем молиться в этот момент. Дух наш общается с Богом, и тем самым благодать Божия начинает действовать по всему нашему естеству, по всей нашей природе, и в душе, и в теле. И тогда, соответственно, человек никак не сможет, например, не освящаться телом тогда, когда освящается от Бога его душа. Еще другой пример из Священного Писания. Священное Писание, Слово Божие, есть меч обоюдоострый, который проходит до разделения составов и мозгов, до вот самого такого разделения души и духа, и судит все помышления и намерения человеческие. Когда, например, мы читаем Священное Писание, мы думаем, что мы в лучшем случае лечимся, ну, наверное, душевно. Духовно или душевно. Но ведь говорит нам святитель Иоанн Златоуст, нет такой болезни, телесный, душевный, духовный, хоть какой, какая не могла бы быть уврачевана от Священного Писания. Безусловно, мы не можем прийти к Богу телом, не придя к Нему духом. Но когда мы пришли к Нему духом, Он освящает все наше естество. Через все наше естество проходит Его благодать. Многие наши душевные нестроения умолкают. Многие наши телесные заболевания получают по меньшей мере облегчение, а может быть и исцеление. И человек никак не может, соответственно, делать что-то чем-то одним. Вот у преподобного Анастасия Синаита есть такой замечательный образ. Вот Бог Троица – и человек по образу и подобию Божию. Вот говорит преподобный Анастасий, ведь в Боге Троица, как мы знаем, три лица, три личности, три ипостаси. Но мы, когда говорим «воля Божия», мы что имеем в виду? Волю Отца, волю Сына или волю Духа Святаго? Нет, мы говорим «воля Божия». У Святой Троицы одна воля и одно действие. А раз человек, говорит преподобный, создан по образу Божию, во всем его естестве, в духе, в душе и в теле должно быть тоже точно так же. Одно хотение и одно действие – стяжать благодать Божию, стяжать Духа Святаго. Не сможешь принести ты свое тело в храм по той или иной причине. Соответственно, и душа твоя будет в храм рваться, но она ведь находится все ж таки, обнимая как бы наше тело, она же территориально связана с ним в нашей земной жизни, и не получишь ты исцеления. Храм придет к тебе, священник придет к тебе и причастит тебя в таком болезненном состоянии, но он ведь причащает тебя не только телесно. Он ведь в первую очередь, когда мы готовимся к причастию, на всяком празднике, когда причащаемся за божественной литургией, мы ведь молим Бога, чтобы причащение святых его тайн было в первую очередь во исцеление души, и потом уже тело. Никак по-другому. Как бы мы ни хотели, чтобы торжествовать Господа Бога только духом, мы будем Его торжествовать и духом, и душой, и телом. Вот опять же, почему это необходимо? Вот человек духовно празднует. Вот как это в нем выражается? Он что сделал? Открыл Евангелие, прочитал. Так, зайди в келью твою, закрой дверь, и все отцу скажи в тайне, а отец твой, видящий все тайное, воздаст тебе явно. И никто не видит на самом деле, что он празднует. Но если человек, вот скоро будем мы это наблюдать, приходит в храм 19 января по новому стилю, в день крещения праздника Господня, он ведь выходит из храма, телесно неся несколько пятилитровых бутылок святой воды, и весь окружающий мир, весь город видит, что он празднует. На многие праздники мы с вами совершаем крестные хода. Престольный праздник храма мы ходим, ведь телесно ходим вокруг храма, тем самым многие люди видят. У нас есть общегородской крестный ход в день Святой Пасхи, в день Святой Екатерины, в день чествования Казанского образа Божией Матери. Мы же телесно совершаем, а то, что телесно, оно видно.
То есть к нашей праздничной радости другие люди могут приобщиться только тогда, когда мы празднуем триедино – и духом, и душой, и телом. Если мы празднуем только телом и не празднуем душой и духом, ну вот такое бывает, наше самое такое мирское человеческое отклонение, люди просто зададут нам вопрос, а что, собственно, празднуем-то, что происходит? Почему крестный ход идет? Человек скажет, да я не знаю, я только, вот, только с улицы пришел, присоединился. Если мы празднуем только духом, только душой, это все внутри нас. Но Господь ведь никогда не дает нам чего-то только для нас. Давая благодать свою нам, Он хочет, чтобы этой благодатью мы с другими людьми делились. А делимся мы этой благодатью через пример. Через пример своей жизни. Человек ведь живет не только духом, он живет духом, душой и телом. Наша душа, мы говорим, жива, наше тело живо, мы живем. И, соответственно, тогда, когда мы хотим, например, у священника благословиться, мы же к нему подходим, батюшка, благословите, и он дает руку. Когда мы приветствуем друг друга, мужчины, в частности, вот так вот в культуре сложилось, мы же совершаем рукопожатие. И это празднование, оно становится и телесным тоже. Нельзя здесь без этого никак. Но и душевно. О душевности мы забыть никак не можем, поскольку сначала душевное, как уже говорил я раньше, говорит апостол Павел, а потом духовное. Если мы не можем душевно поприветствовать человека, то сколько бы мы в своем духе ни праздновали, он с этой радостью не соприкоснется. Поскольку душа говорит к душе, тело приветствует тело, и синтез всего этого, единство всего этого мы видим за божественной литургией тогда, когда священнослужитель произносит возглас «возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы». И в Древней Церкви, так и в некоторых современных приходах, люди в этот момент совершают троекратное вот такое, скажу просто, вот объятие. Это происходит и телесно, и душевно, и духовно. На литургии, на которую приходим мы для того, чтобы Господь просветил, безусловно, наш ум, осветил нашу душу и осветил, облагодатствовал тело. Иначе не бывает. Человек – существо цельное. А почему, отец Вадим, вот часто люди ищут подмену вот этому празднику? Вы так много примеров привели. Вот мы ходим крестные ходы, вот мы там, ну, допустим, читаем книгу, тоже же это какое-то телесное празднование. А нам нужны какие-то большие застолья, там, не знаю, петь песни, еще что-то. Вот почему это так происходит с человеком? Ему не хватает чего-то? Почему он вот цепляется за эти вещи? Это проще. Наше сердце, как мы говорили в один из предыдущих разов, это плавильная печь. Плавильная печь, если она затухнет, разжечь ее очень сложно. Но ведь в нее можно забрасывать разное топливо. И человек, когда не знает, где благодать Божия, когда не знает, где все вот это вот действие спасительное Божие, он начинает забрасывать в свое сердце то, что ближе, то, что рядом, то, что проще. Оно вроде и не горит, а вроде бы не дает этой печи погаснуть. Оно вроде бы не дает той радости, того счастья, которое, того блаженства, которое мы имеем в Боге, но оно дает какое-то временное земное удовольствие. Ведь многие люди совершают, к сожалению, и праздники совершеннейшие греховно, языческим обрядом, чего мы только не видим в окружающих нас людях. Они же тоже празднуют, они же тоже как бы вот торжествуют. Но их праздник лишен спасительного смысла. Но когда человек не знает, где это спасение, он начинает его искать везде. И может быть, это ведь и неплохо Господь нам устроил, потому что человек ищет там, а там ничего нет. Ищет в другом месте, там тоже нет. Ищет в третьем. И неизбежно он ходит вот вокруг границ церковных, вокруг храма. И рано или поздно, не найдя ничего вокруг, он зайдет внутрь и увидит, вот оно. Как послы князя Владимира, увидев благолепие богослужения церковного, сказали, что не поняли, где мы были, на земле или на небе. Отец Вадим, выше мы говорили о том, что праздник верующего христианина не может быть в отрыве от Святой Троицы и личностей
других людей, которые нас окружают, не может сводиться к чему-то безличному и материальному. Однако вот в церкви почти каждый день чествуются те или иные образы святых, ну, например, иконы Божией Матери. Получается, это празднование иконе? Мы здесь должны понять один очень-очень простой факт. Точно так же, как у нас праздник каждый день, церковь торжествует каждый день не только Господа Иисуса Христа, своего главу, но и также всех его святых, абсолютно все святые, и особенно Матерь Божия, все архангелы и ангелы, все, кто потрудились и угодили Богу и находятся теперь вот в единстве с Ним, усопшие наши, все эти люди воспоминаются каждый день. Вот есть, например, здесь можно провести аналогию с молитвой церкви об усопших. Мы об усопших когда молимся? Человек открывает православный календарь и видит дни особого поминовения усопших, и видит родительская суббота тогда-то, 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 тогда-то. И он может подумать, что мы усопших поминаем только в эти дни. Но это совершенно не так. За каждой службой звучит сугубо ектенья, в которой есть слова «Еще молимся о всех». Немножечко сокращу. «Прежде почивших, отцах и братьях, зде лежащих и повсюду православных». Вот она, молитва об усопших. Но есть дни особого поминовения усопших, когда вместо этих слов мы говорим «Еще молимся об упокоении душ усопших рабов Божьих, перечисляем их имена». И вот точно так же, когда мы заводим речь о почитании того или иного образа Божией Матери. Мы Божию Матерь воспоминаем, торжествуем и любим и празднуем каждый день, без какого бы то ни было исключения. Но вот посмотрим просто по строю службы. Каждые стихиры чаще всего заканчиваются стихирой Божией Матери. Когда мы все тропари поем в определенной последовательности, последний тоже будет там, вероятнее всего, Божьей Матери. Когда священник отпуст говорит, он говорит «Христос, истинный Бог наш», и, во-первых, молитвами Пречистая Своей Матери. Мы торжествуем ее каждый день, но мы ведь не сможем торжествовать все ее чудеса от всех ее икон каждый день, потому что если начнем хотя бы их перечислять, богородичных образов очень и очень много, чуть меньше, насколько мне известно, тысячи. Если даже тысячу наименований икон Пресвятой Богородицы, к которым каждый день добавляется какой-то новый чудотворный образ, хотя бы просто перечислять, мы с вами никогда не дойдем до главного, до празднования Господа нашего Иисуса Христа. То есть мы, почитая Его Матерь, как бы не сможем почитать Его. Поэтому дни празднования, чествования тех или иных образов Божией Матери, например, образов других святых, они разнесены по церковному календарю. Мы Божию Матерь славим всегда, но в некоторые дни года мы особенно чествуем ее казанский образ. Нет у нас казанской Божьей Матери, есть казанский образ Божьей Матери, казанская икона, об этом не надо забывать. В какие-то дни мы чествуем Владимирский образ Божьей Матери, Иверский образ. Но когда мы торжествуем тот или иной образ Пресвятой Богородицы, либо кого бы то ни было другого из святых, мы торжествуем не икону, мы торжествуем не вещь как таковую. Но Господь, давая нам эти святыни, говорит устами святых отцов VII Вселенского Собора, «Честь, воздаваемая образу, иконе, восходит к первообразу». Икона отвечает на вопрос «Что?». Изображенный на ней святой отвечает на вопрос «Кто?». Мы торжествуем не икону, мы торжествуем святого. И опять же, это осознание многие и многие крайности нашей веры в нашем сознании, в нашем разуме, начинает так вот Господь исправлять таким образом, задавая нам вот совершеннейший простой вопрос. Что же ты, человек, сейчас собираешься делать? К кому ты пришел в храм? Или, например, в гости тебя позвали? Для чего ты пришел? Попраздновать только телом? Поцеловать только своими телесными устами икону,
Ведь люди так и приходят и задают вопрос: «Батюшка, какой иконе помолиться?» Ну вот совершеннейшая, вот прямейшая цитата. «Для чего ты пришел? Ты пришел только душевно напитаться душевной красотой этого мира, этого праздника, этого события? Или все-таки ты пришел для того, чтобы и в этом месте прославить Бога? Или ты пришел для того, чтобы почтить не икону как таковую, а того святого, который на ней изображен?» И вот этот вопрос мы себе именно разумно, именно личностно очень часто ведь на самом деле задаем, когда ищем волю Божию: «Господи, для чего я это делаю?» И пока я не отвечу себе на этот вопрос, кому это нужно, Господи? К сожалению, то, что я делаю, будет абсолютно неправильно очень часто, с ошибками определенными, с крайностями. Вот тогда, когда мы этот вопрос задаем, мы обращаемся к Богу, мы обращаемся, именуя Его, мы обращаемся к личностям, к ипостасям Его. Лично с Богом разговариваем. Не телесно, не душевно, а вот именно личностно. И через этот диалог, через это общение Господь начинает просвещать все, скажем так, затворенные двери еще нашей души, все болезнующие клеточки нашего тела, все невозможности проникнуть в нашу душу, клеточки нашего духа. Вот все это действие, оно единое, поскольку тогда, когда мы приходим к Нему, когда человек, именно верующий, с верой приходит к Нему, он задает один вопрос: «Что мне делать, Господи, чтобы жить Твоей благодатью?» А что значит жить? Это значит иметь в себе, как говорит Господь, вот тот, кто живет, вот из чрева его потекут реки воды живой. Он не для себя берет и не для другого. Он берет эту благодать Божию именно для того, чтобы слава Бога простиралась по всей земле. Для того нам нужны праздники, в частности, как дни особого такого внимания всех, кто вокруг нас находится, к нам. Для того нам нужны колокола, для того нужны нам храмы, для того нам нужны иконы и святыни. Но не только то, что, скажем так, входит в нашу церковную ограду. Для этого же самого нужны нам наши, скажем так, и светские праздники тоже. Если мы туда придем и скажем: «Господи, как мне здесь быть? Что мне здесь делать?» И Господь просветит нас, и мы, например, подадим просто пример человека, не, скажем так, не объедающегося, не упивающегося, совершеннейше радостного, спокойного, другого. И ведь тогда, когда мы приходим в храм, мы видим другого человека, например, священник. Он не так одет, он очень часто не так говорит. У него вместо «завтра» — «заутро» по-церковно-славянски, и многое-многое другое. И мы именно через другого человека чаще всего принимаем укрепление веры в другого Бога. Другой отвечает на вопрос «кто?». Но другой не фарисей, не лицемер, не человекоугодник, а именно тот, кто вопрошает Бога: «Как же мне здесь быть?». И через эти праздники, наполненные, что Церковь всегда и делала с испокон веков, другим содержанием, другими целями и другими смыслами, многие люди могут увидеть Бога. Отец Вадим, ну вот буквально через несколько дней гражданский Новый год, а вслед за ним и праздник Рождества Христова. Я бы хотел вас попросить обратиться к нашим зрителям, напутствовать их на грядущий год, ну и как им правильно встретить праздник Рождества Христова. Дай Бог, дорогие слушатели, чтобы в этот праздник, в этот день даже нашего гражданского Нового года мы с вами поблагодарили Бога за все те события, которые в нашем этом году прошли. Попросили у Него прощения за все то негативное, скверное, привычно греховное, что мы совершили. Попросили Его благословения на каждый день последующего года. Я как священник призову вас к тому, к чему всегда Церковь и призывает. Нам этот день не случайно
государственно сделан выходным, точно так же, как ведь и многие-многие другие последующие дни. Мы все с вами 14 сентября, в день церковного новолетия, как правило, работаем, трудимся, не можем в храм прийти, а 1 числа мы все отдыхаем. И поблагодарить Бога постараемся все-таки именно в храме, именно за божественной литургией, за ночной кто-то придет, или, может быть, утром. Если не получится, и надо нам ехать по тем и другим родным, то хотя бы, может быть, 2 или 3 числа придем все-таки в храм на службу. День Рождества Христова тоже ведь начинается с предпраздноства. Целых 5 дней у нас есть для того, чтобы к этому празднику, дню приготовиться. Исполним этот призыв Божий, постараемся как можно ближе прийти к Богу. А где мы придем к Нему ближе, как не в Его храме, где Он пребывает особым образом, где всегда тело и кровь Его находятся на Святом престоле, где всегда Он ждет каждого человека, чтобы в контексте нашей беседы и тело Его исцелить, и душе Его помочь успокоить, и самое главное – осветить Его Дух, чтобы человек начал действительно полноценно жить. Вот именно такой жизни, душевно, духовной, телесной, благодатной, я вам сердечно желаю, как в новом наступающем году, точно так же и в день Святого Христова Рождества, когда снова и снова приходим мы к Богу младенцу Христу и снова наполняемся той радостью, что Господь пришел в этот мир для того, чтобы этот мир сделать своим жилищем, чтобы нас, живущих здесь, сделать людьми духовными, сделать людьми небесными. Отец Вадим, спасибо вам большое за ваши ответы. Обязательно будем ждать вас снова. Буду рад. Дорогие телезрители, наш эфир подошел к концу. Поздравляем вас с наступающим праздником новолетия. Ну и оставайтесь в 2024 году с телеканалом «Союз».